Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Яна. И у нас с вами мукбанг. Всем собирайтесь кушать. Приятного аппетита. Давайте это делать вместе. У меня сегодня шаурма. В общем, я ее уже разрезала. Что получилось, то получилось. Сейчас расскажу, что у меня здесь. Уберу лишний вот этот вот лаваш. Честно говоря, будет грязный мукбанг. А салфетки-то мать хоть взяла? Взяла. Я эту шаурму собираюсь снимать. Я уже не знаю, в общем, сколько дней. Ну, не сколько дней. В общем, лавашу сегодня третий день. Он уже как бы, ну, не молодой, скажем так. И поэтому он у меня разваливается, к сожалению. Я его разделала сразу. Ты мне собираешься скушать, приятного аппетита, говорила? Мне здесь. Я всегда делаю шаурму из всего того, что у меня было в холодильнике. Поэтому не надо мне ничего тут писать, что это не шаурма и т.д. и т.п. Все, что завернуто в лаваш, это уже шаурма. Ну, я шучу, конечно, просто... Говорю, как мне... Я все складываю туда, все, что есть. И у меня получается вкусная, сочная, домашняя шаурма. И не важно, как она выглядит. Внешне здесь у меня листья салат, соус. Соус для шаурмы есть в Астории, по-моему. Вот. Здесь у меня соус для шаурмы. Кетчуп. Хотя можно было и без кетчупа, но я чуть-чуть кетчупа добавила. Листья салата там внутри. Укроп. Лук. Колбаска. Капуста квашеная. И сыр плавленый. Вот такая вот шаурма. Вторая и другая. Здесь у меня листья салата. Ну, соус для шаурмы. Угу. Листья салата. Укроп. Лук. Колбаса. Огурцы. Сыр. Обычный, не плавленый уже. И сверху сметана. Я уже, правда, наелась. Это вообще трэш. Oh my goodness. Тут дырка. Вау, вот такая вот красивая. Давайте, давайте будем ее есть. Вообще, вот этот лаваш хороший. Я беру ролл лаваш. Ну, так как он уже не свежий, вкусненько. Прости, папа. Началась школа. На следующей неделе у нас у Евы, у меня. ВПР по-русскому. Уже. Я второй день не могу помыть голову. У нас как обычно.
вчера, ну, ночью, ну, не знаю, 5 утра, мы все проснулись от того, что такой звук. Очень вкусно. Все вываливается. Очень громко зашумели батареи. В общем, какая-то авария произошла. Там все копали во дворе. Отключили горячую воду и отопление. Вообще жесть, все развалилось просто. Хорошо хоть холодная была. И все. И до 12 часов ночи даже больше не было отопления, горячей воды. Отопление потом дали, а горячую воду нет. И, короче, так затопили эти батареи, до них дотронуться вообще невозможно. Вообще. Блин, коленные. А воды горячей до сих пор нет, но меня можно было греть. А я как бы краситься собиралась, думаю, ладно. Пусть пока так. Так что вот так вот раскидала я тут все. Видимо, что-то чинят. И что-то делают. Очень бесит. Очень вкусно, друзья, правда. Я еще хочу чуть-чуть вот этой вот. Мне тоже она нравится. С капустой. Я еще хотела морковку корейскую. Но ее нигде не было в ближайших магазинах. Еще один куси. Еще. Листик салата съем. ПП же все-таки у нас. ПП. На этом все. Я буду заканчивать свое видео. Кому понравилось, лайки. Кому не понравилось, дизлайки. Ну, а я, конечно же, подготовлю для вас новые мукбанги. Целушки, обнимашки, ваш Ян. Пока-пока.